Здравствуйте, дорогие друзья! Кинофестиваль «Покров» является международным кинофорумом, и поэтому мы всегда рады представить вам фильмы из разных стран. Сегодня мы покажем уникальный фильм греческих режиссеров о святой горе Афон. Этот фильм снимался много лет. Надо подчеркнуть, что на горе Афон съемки практически не благословляются по причине особой духовной жизни на монашеской земле. Многим удается попасть на гору Афон и увидеть внешнюю сторону жизни многочисленных афонских монастырей. А вот внутренняя часть жизни для большинства из нас закрыта и не поддается осмыслению. Греческим режиссерам удалось снять то, что скрыто от нас, повседневная жизнь, и сегодня мы это вам покажем, дорогие наши телезрители.